Привет. Ну что, пришло время показать, как отмывать монеты пруф. Но для начала покажу еще вот такой вариант. Юбилейные монеты СССР, они имеют тоже свойство получать патину. Вот эти монетки у меня лежали просто в куче, и вот такая вот патина на них образовалась. Вот по краю желтизна. Прям как на кладовых каких-то монетах. То есть монеты в идеале, все классно, но из-за того, что они у меня лежали в куче, образовалась такая патина. Вот здесь особенно хорошо видно, он прям желтая вообще вся часть на шайбе. Вот, монеты пруф. Это Украина. Здесь кто-то руками вот ее потрогал. То есть она вся залапанная такая. Здесь тоже вон следы от пальцев. Целая куча. Ну все это очень легко убирается. Вот тоже монета пруф. Это тоже Украина. 5 гривен. То же самое. Залапанная вся. Прямо видно. Ну вот очень много следов. Значит, сразу хочу сказать, вот это попытка отмывки. То есть вот она была вообще вся вот такая желто-оранжевая, это как ржавая монета. И вот я ее наполовинку отмыл. Здесь то же самое, то есть оно. Ну, вообще, вот эти рубли, они сами по себе тоже набирают патину. Даже если они в обычных условиях лежат, ну, скажем так, в хороших достаточно. Не в идеальных, а в хороших условиях, то патина тоже образовывается. Для наглядности я покажу сейчас монету. Это моя первая монета пруф, которую когда-то я купил в 91-м году. Вот она лежит. Клясере этом, и она всегда здесь лежала. Значит, раньше я ее когда мыл, она все равно у меня вот здесь темнела. Сейчас вот я ее открываю специально, полтора года прошло, как я ее помыл, с ней ничего не произошло, то есть она вот в идеале там лежит. Это говорит о том, что метод рабочий, имеет право на жизнь. Я не говорю, что это последняя инстанция, но вон ни капли, ничего нету, просто в обычном клясере лежит. Ничего с ней там не происходит. Ни потеет, ни темнеет, никакой патины, нифига не происходит. Из-за того, что она идеально отмылась, нету на ней ни грязи, ничего. Положил, полтора года пролежала, ничего с ней не произошло. Значит, сразу хочу сказать, что на юбилейные монеты вот такого металла, вот это одинаковый металл. Металл, честно, не знаю. Это просто отполировал. То есть это единственное, как можно ее привести в чувство, эту монету. Так же самое вот такую монету. А вот этот металл, он более такой фиолетовый. Он, ну, мой метод на этот металл, вот этот. Ну, вот такого плана металла не работает. Поэтому вот на эти три металла не работает. Узнайте, что за металл, покопайтесь в интернете, все пишут. То есть вот два вот этих металла, он, ну, этот метод не работает. А вот этот металл, вот он, патина, сейчас я вам покажу. То есть вот монета пруф, СССР, все дела. Ну, вот здесь вот, ну вот по краям видно, вон пожелтело немного. Вот такие как бы желтые пятнышки. Царапинки, они это были, ну я купил эту монету специально для эксперимента. Вот тут есть вот здесь вот мутность по этой стороне. То есть вот сейчас попробуем это дело убрать. Покажу, как это делается. Делается очень легко. Пинцет.
средство для очистки серебра. Кто смотрел мои видео, знает, что еще я мою этим монетам. Какие еще монеты этим мою. И вот видно вот эту вот желтизну, патину, там все эти дела. Опускаю. 5 секунд. Поднял. Водой. Тиктярное любимое мое мыло. Монеты все идеально. Никакой мутности, ничего нету. Все четко. Теперь берем наждачную бумагу и начинаем вот такими вот движениями, вот особенно где зеркало, вот так вот втирать. Очень плотно, сильно начинаем втирать. Желаем вот 320-м мне больше всего нравится. Шучу. Теперь нужно сделать вот такую манипуляцию. Салфетка. Ложим монету сверху. Вторую салфетку сверху. Полежала чуть-чуть. Убираем. Ой. Переставляем. И ставим потом на кровать, чтобы она просто сохла. Монета готова.